Западные санкции дали толчок развитию для Ульяновского завода промышленной арматуры. Загрузка мощности выросла практически вдвое. Чтобы держать темп и не срывать сроки отдачи продукции, руководство предприятия подало заявку на участие в национальном проекте «Производительность труда». Результат не заставил себя долго ждать. Показатели производства изменились во времени, то есть повысилась производительность труда на участке. То есть мы больше стали получать результаты в единицах измерения. Сократилось время от начала производства до получения заказчиком продукции. То есть это мы измеряем ввиду того, что это является некоторым конкурентным преимуществом перед другими поставщиками. Помогли технологии бережливого производства. Специалисты регионального центра компетенций подсказали, как разобраться с новыми методами. Составили карту грядущих преобразований. Сотрудники завода прошли обучение. В его основу легло освоение методики 8D. Она помогает выявить проблемы на всех этапах изготовления продукции. Например, у заказчика, если у заказчика возникли какие-то несоответствия, методика позволяет нам выявлять основные причины этих несоответствий. Также она фиксирует затраты, которые мы понесли из-за этого несоответствия. Мы внедрили, улучшили, оптимизировали процессы производства с помощью диаграммы спагетти, которая позволила проанализировать лишние движения, потери как и временные, так и каких-то ресурсов, сырья, материалов. Мы поняли, что нужны автоматические места по подаче пневмоинструментов и тоже их сделали. На данный момент новыми принципами работы владеют примерно 40 сотрудников завода. До конца года цифры увеличатся. Обучать коллектив смогут опытные специалисты предприятия уже без подсказок со стороны центра компетенций. Такая возможность откроется сразу после получения соответствующего сертификата. По аналогичному принципу сейчас работает 17 региональных компаний. Для них доступны меры поддержки, предлагаемые по нацпроекту «Производительность труда». Например, лояльные условия для получения кредита плюс помощь со стороны региона. Это, конечно же, и предоставление на льготных условиях финансирования через региональный фонд развития промышленности и другие элементы продвижения, которые применяются на территории Ульяновской области. Продвигать свою продукцию на мировом рынке помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Региональные компании участвуют в бизнес-миссиях. Они, в свою очередь, помогают найти новых партнеров и расширить рынки сбыта выпускаемого товара. Александра Никитина и Бахтияр Салтанов. Улправда ТВ.